Эй, я же нажал. Тихо, unstoppable. Он мог развернуться и просто меня убить. Ну, пока денег нету, да. Спасибо за подписку на арте. Кирита Хацигуя. Хацигуя, спасибо, ребят, спасибо. Здорово, здорово, Хаус. So you take shield second relic as VK, please. Нормальный скин, нормальный. А чё у меня там нет? Танца у меня нет на шабаланке, окей. Ну, автоатака обычная, по сути. Ну, так как будто в ММОшку в какую-то играю. Карту, если убрать, убрать соперников, верхнюю эту... Скам это, конечно, жесть. Там столько школьников, все такие, типа, ха-ха, рофл он срет. Не знаю, я поиграл без всяких рофлов, мне очень понравилось. Будь у меня компания какие-нибудь, 1-2 человека, которые со мной бы могли бы там, как бы все секреты игры изучать, я был бы очень рад. Так, небольшой у нас обмен тут произошел. Любезностями мы поздоровались. Стримлю, по-моему, да, по-моему, в 30. В 60 не у всех будет тянуть. Думал, у стримера в одном магазине есть подешевка, но нет. У какого? У Шуса, что ли? У Шус Тарковым барыжит. Я накидаю ей сначала. Только Шус не стример. Шус скорее ютубер, чем стример. Он стример раз в месяц. Шус барыжит Тарковым, не Хантом. А остальные все стандартные цены. И то Хант, точнее этот Тарков нужно выбивать, типа. Жесть, она меня как накидывает. Просто капец. Да господи, ты серьезно? Ну не можешь настолько урона давать. Не, братан, это так не работает. Ну камон, меня крипы убьют. Звука не было. Вы слышали? Звука не было того, что он мне спринты дал. Не-не, я ж... Я ж не ограничиваю так, типа рекламе других стримеров такое себе, конечно, но как бы это такие известные люди, так сказать. Поугарать в шифере. Фрейсы за нами поменялись, но они не начинали, как бы. Нет, завтра я еще хочу другую игру постримить. Я покажу вам. Я стараюсь у других людей не говорить название каналов, но это хорошо, это правильно, это как сказать, приличие такое. Момент воспитания, наверное. Зачем на одних каналах говорить о других? Просто в такой ситуации в этом ничего страшного нет. Фэнкс. Нормально мы ганнули, нормально вообще, жестко было. В описании сделай кликабельные ссылки на соцсети. Да надо, да, я, блин, если честно, что-то я пробовал сделать, и у меня не получался вот этот код вписать. Он постоянно с транскрипциями оставался, что-то я не так делаю. А так сделаю, конечно. Но есть команда на стриме, если тебе нужны соцсети и кликабельные ссылки, ты можешь юзнуть команду. Команда есть в описании, ребят.
Эх, жалко то, что текст ссылки... Да, я помню, что-то, может, я туплю, но я давно пробовал, правда, сделать. Это на каждую, Серег, придется отдельно тогда делать. Я не хочу столько блоков пилить отдельных по разным этим типам. Мне и так норм. Кликабельные ссылки, да, сделаю. Надо сделать. А по поводу донатов, Арти, это, конечно, ты хорошо говоришь, Толикс. Но что-то... Донаты сократились просто до нуля. По сравнению с позапрошлым месяцем. Если честно. Будет прикольней. Да не жалко, просто я как бы пытаюсь сделать все более укомпонованно. Сейчас мне нужно максимальное количество дамага выдать, чтобы набить мою пассивку быстрее. Ком хороший, лучше стрим 60 FPS, для глаза приятно будет. Я сейчас посмотрю, я тебе точно скажу. Комп нехороший. Но сейчас скажу тебе. Позапрошлом месяце Арти шоколал как только мог. Да, мне позапрошлом месяце очень много задонатили. А мне ж делают отдельно. У меня есть человечек, который мне делает оформление, Серег. Сейчас посмотрю. Лава ради интереса посмотрю на настройки, вещания. Ну, вообще, да, 30 FPS стоит. 6 тысяч битрейта у меня. Я вообще стримил при 15 тысячах битрейта, чтобы... Ну, я потом свои стримы нарезаю на YouTube. Типа, я делаю видосики. Можете посмотреть, кстати, кто не смотрел. Вот. И я стримил в 15 тысяч битрейта, чтобы качество было хорошее. И 60 FPS было. Но люди очень сильно жаловались. Что-то попадаю, братан, все время. Лол. Сразу ульт. Зато качество было хорошее потом, на записи. Что они меня подкидывают, алло? Сейчас я пассивку набью, я им покажу, где тут раки зимуют. На ютубе норм любой битрейт. Не, не любой, там тоже есть, по-моему, ограничения, если не ошибаюсь. Вообще, мне по-хорошему бы единичку максить, я почему-то двойку макшу. Ну ладно. И так сойдет. Если хочешь узнать цены на игры, зайди на Hot Game. Я не хочу узнать ценные игры, зачем? Я покупаю все игры в Steam. Ну, либо есть Gabe Store, по-моему, если не ошибаюсь. Всегда радовали там цены, если честно. Не, это не реклама.
Зачем? Непонятно, зачем она ультанула, ну ладно. Здорово. Я труп. О, это опять светлячок этот. Цены ворованных ключей, когда заходил в ходки. Ну, хз, как просто. Так, я не знаю, я моды никогда не ставил. Но игры всегда в стиме покупал. Игры, пару игр я купил через Gabe Store, короче, есть. И есть еще какая-то площадка, не помню, там тоже недорогие. А так всегда только официальными, то есть Steam, Origin, GOG, что еще стоит. Ну, короче, через вот эти все площадки покупал всегда. Не, ну как, одно время, естественно, только пиратские игры скачивал, типа нахера их покупать было. Потом появилось только онлайн-проектов, то что просто не, ну, как бы, их скачивать, естественно, нет смысла. Ибо онлайн их не работает. Не, аки тоже ворованные. Один раз в жизни купил ак ворованный Origin с Battle... Как же он? Ну, Звездные войны, короче. Вот. А потом уже вторую часть покупал на своем аккаунте, как бы, и все. Я понял, ребята, я понял. Здорово, Ротня, здорово, братан. Мы тут обсуждаем ворованные аккаунты, прикинь. Я купил АК в Origin за 50 батлу, один там Star Wars Battlefront. Вот, Battlefront. Я первый Battlefront тоже покупал, как бы, ворованный, но потом, нет, с пиратством решил завязать. И сейчас на всех площадках все только официально покупаю. Окей, я понял. Хорош, хорош. Хорош. Окей. Спасибо, ребят, за подписку. Ну окей, если не забуду, ты мне можешь скинуть в ЛС группы, я не забуду. Айзека я играю, ребят, только как бы... Только в перерывах, как бы, на смайте. По смайте. Ну, посмотрим, посмотрим. Если не забуду, поставлю моды обязательно. У нас просто нереальное преимущество. Сейчас тогда... Да, спасибо, спасибо, скинь. Кинула. Спасибо большое, спасибо. Okay. 40 человек на стриме, ребята, и тишина такая. Чё такое? Вы просто молчите или чё, не пойму? Я понимаю, конечно, вы там не отрываетесь от процесса. Так это норма, да. По теме вместо тебя. Понял, понял.
Я не знаю, зачем он это сделал, если честно. Пассивка дамаг дает. Ну давай, давай, у меня хп нет, смотри. Смотри, хп нет. Смотри, у меня хп нет. Тихо, тихо, ребята, я сам бы разобрался. Выйти. Как будто я никогда не выигрываю. Да. Да, грубо говоря, да. Ты наносишь каждые 1500 нанесенного урона, дает тебе там плюс 10 к дамагу, по-моему. Блинк есть у него? Это отлично. Я жду момент, когда еще полтинник подкинуть. Не нужно ждать момент. Я шучу. Item description мод называется. Поставь лучше сразу же после катки. Немного на черный экран посмотрим, да и все. Ну, даже не знаю. Даже не знаю. Илюха, ты только по вечерам, я смотрю, стримишь, да? А типа, а за компом, ну точнее в Твиче уже с утреца. Ну как, сейчас не такое уж утро, конечно. Ух, играла за это, как же бесит, когда люди во время файтов встают в мобов. Плюс 5? Чё плюс 5? Эй, я же нажал. Тихо, unstoppable. Он мог развернуться и просто меня убить. Сетевой админ. А, я понял. Так мы с тобой еще и помимо того, что хотим поиграть вместе, мы стримим. И еще и, ну, грубо говоря, похоже у нас эти... Я тоже админом просто работаю. Грубо говоря, админом. Технической поддержки я работаю, интернет-провайдера. Сижу, слежу. Нет, серьезно, не примут? Столько людей бомбили, и ее не примут? Неплохо. Сижу, держу. On my way. Сижу, держу. Ну, типа того. Шибы самый большой урон с руки. Да, поэтому я ему всегда трансцендент собираю, ребят. Трансцендент со скоростью атаки. И сейчас пойдут криты. Я, наверное, даже экзегутор не дособираю. Возьму сразу криты. Оп, спасибо за полтинничек. Спасибо большое. Пиши хоть какие-то комменты, я не знаю. А то мне уж как-то стыдно, что ли, без комментов. Но спасибо, спасибо. Больше все-таки мне профита даст сейчас несущий смерть, нежели экзегушен, экзегутор. Вот, поэтому сразу берем криты. Слишком большое дерево, но как хочу, нужно не шарю в этом. That will cost you your life.
Фрей, конечно, жутко просела. Я не знаю, почему так. Фрей такая имба лютая. Он ультанул? Он под ультой. Если у него есть тройка... Не, братан, слишком большой у меня урон. Спасибо большое. Спасибо, ребят, кто подписывается. Не успеваю ники читать, правда. Если на YouTube подписались, то отдельное спасибо. YouTube нужно поднимать. Подписки сегодня хорошо идут. Они сейчас всегда хорошо идут, вот на YouTube особенно. Просто я же, ну, не во время стрима они подписываются, а просто подписываются, как бы. Вот, и как бы, ну, этого не видно. Но сейчас в день хорошо подписываются. Лучше, чем раньше. Да нет, она после, после переделки, после ее обновления скиллов. Спасибо большое. Сегодня там как-то много подписок. Странно. Okay. Не-не, братан, всегда подписывается сейчас калач. Очень много людей подписывается. На канале катка за Санвукона нет, нету. Есть нарезка с Санвуконгом по Звездным войнам, посмотри. Что они делают, господи? Спасибо, ребят, спасибо большое. Он что, миснул? А, господи, спасибо. Что происходит там на ютубе? На ютубе ж идут подписки. Ну, не отталкиваешь их. Блин. Да-да-да, ребят, под видос лайк. Будет очень хорошо тогда. Иммортал. Бартан, большая разница в левеле, не спасет тебя твой ульт. Респект им. Да, спасибо. Спасибо, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой, меня зажало что-то. Лучше эту катку на YouTube. Не, эту нет. Лукас улепил, удачу в катках. Спасибо большое. Спасибо, ребят. Надо запомнить, что она на русском. На русском. Эту катку не буду выкладывать на YouTube, потому что это такая катка. Надо команда член. Да потом приколюхи всякие сделаю, если честно, нет времени этим заняться. А то я вон круть не заходил на стрим, там столько всего понапихано прикольного для зрителей. Special to Demar Boost, что-то там по катке в Classic Joust. Не знаю, почему криты по 700 проходят. А по сколько должны проходить? Ты еще под бафом был красным, не забывай. Или ты типа мало думаешь? У тебя прикольные всякие штуки для зрителей сделаны. Ну, насколько я мог увидеть. Я недолго был, правда, на стриме, не мог из-за работы. Я в основном слушал. С драконом прикольная тема в чате. Вообще классная. Enemies in left lane.
Ой-ой. Это я даун, это я потом. Зря полез вообще туда, на самом деле, просто зря. Я баф не видел. А, красный баф на мне был. Блин, зачем я вот тут... Блин, забайтила меня. Могла бы и ВК написать, что я еще мятный волк с ним молчаливый донат, но сейчас зайду. Осадили на зонтик. Ну а да. Такой себе ульт. Блин, я возьму, наверное, отравленную все-таки. Отравленный сурикен. Потому что там три человека кто сильно бьют, и меня бы... урончик-то с них снять. Давай, 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 братан, добивай. Добивай ее. Хорош. О, мне так эта песня нравилась. Фурея там разошлась. Давайте, крипчики, добивайте Феникса. Добьют? Хорош. Нет хилинг. Там, но... Господи, да я один его убью. Смотрите, какой урон стал у Шабаланки. Просто безумный какой-то. Очень жесткий урон. Кстати, можешь у вдохновителя команд подрезать. У вдохновителя команд интересно подрезать. Урутни, что ли? Не, я так не делаю. На мне... И еще, кстати, не забывайте, кто мне там про дамаг писал. У меня еще баф в Дискорде на мне висит. Держу в курсе. Где он? Вот, смотри, увеличение силы. А у вдохновителя, у Блэка, что ли? А у Блэка что, много команд, что ли? Ой-ой-ой, пол хп одним. Они в меня вливаются. Пусифер. Окей, я понял. Очень плохо, очень плохо. У них очень много дамага, очень много дамага. Я не выдерживаю такой фокус. Геп сейчас хорошо сделал. Геп сейчас так засейвил Камазотца. Если бы Камазотц еще не убил бы, то он бы не выхилился. А он еще и выхилился сверху. Короче, очень сильно было. Я не знаю, почему они, кстати, не стали бить, они могли бы убить. Гул Фьюри, зачем? У Геба же тоже, наверное, уже фулл Зоотар. А, ну у него одного артефакта не хватает. Wait.
Мне не могут определиться, кого нам бить. Пойду за банкой. Плохо, что рук. Лок убрали? Какой лок? Ты сломал криты. Смотрите на мой урон. 530 урона. Сейчас я, мне хватит кого-то, ну, наверное, на пару выстрелов. А серебряные же должны были переделать, нет? С каких пор нам нужны... Что меня тогда... Я сам себе дамажу. Щит. Смотри на урон. Застаньте его. Блин. Ну ладно. ГГВП. Из серебряного принтера не сделали. Его переделали, а потом пропал на бесплатно.